Вероятность в покере простыми словами. Вероятность в покере – это шанс на определенный исход при заданных вводных. Считать вероятность необходимо, чтобы принимать выгодные решения, а не играть наугад. Первое. Шансы на усиление. Ауты. Если у вас червовая четверка и червовая пятерка, а на флопе червовый туз, червовая семерка и бубновая двойка, вам не хватает одной червовой карты до флеша. В колоде осталось 9 червовых карт – это ваши ауты. Правила 2 и 4. К терну – ауты умножаем на 2, то есть 9 на 2 получаем 18%. К риверу ауты умножаем на 4, 9 на 4 равно 36%. Во-вторых, шанс на победу – эквити. Если у вас туз-пик и король-треф, а на флопе туз-бубен, восьмерка-пик и тройка червей против диапазона оппонента, туз-валет, туз-дама, две восьмерки, две тройки, ваша рука выигрывает примерно 65 раз из 100 при выставлении all-in на флопе. В-третьих, шанс, что соперник сбросит fold equity. Если оппонент сбрасывает на ставку в 60% случаев, ваш блеф сработает в 6 случаях из 10. В-четвертых, оценка руки оппонента. Предположим, что соперник рейзит с ранней позиции следующие руки. Туз 10 и выше, карманки от десяток и некоторые бродвей. Король, валет, дама, валет. В таком случае диапазон его открытия будет равен примерно 9% стартовых рук. Как считать быстро? На флопе ауты умножаем на 2. Примерный процент к терну. На терне ауты умножаем на 4. Примерный процент к риверу. Считайте ауты, оценивайте шансы и побеждайте!